Спортивный игровой городок вместе с главой сельского поселения Молоковское Эдуардом Арадушкиным открыли воспитанники детского сада «Василек». Я поздравляю с этой площадкой, мне она вот нравится. Очень. Ты давно ждал этого открытия? Да, я очень этого ждал, этого открытия. Я тоже ждал этого открытия. Мне эта площадка нравится так сильно, сильнее, чем ему. На площадке я люблю кататься с горки. И на каруселях. И на качелях. Сделали оперативно, видите, буквально неделя. И у нас мы приступили в течение недели, конкурс был выигран, сразу делать три площадки. Мы сегодня открываем первую в Молоково, и на следующей неделе открываем еще две. Это в Богданихе и в Корбово, аналогичные. Детская площадка – это огромная вселенная, полная новых впечатлений и открытий. Здесь ребенок знакомится с первыми друзьями и развивается, осваивая новые интересные игры. Теперь такая площадка появилась и в поселке Молоково, на улице Школьная, у дома номер 6. Площадки абсолютно здесь сертифицированы, как бы, начиная и от покрытия, и самих конструкций. Они на самом деле одни из лучших, и набор вот этих вот конфигураций этой площадки – площадка соответствует современным стандартам и нормам безопасности. Объект рассчитан на детей школьного и дошкольного возрастов. В новом игровом комплексе есть все атрибуты неприхотливого детского счастья. Горки и качели, песочницы, игровые стенки, карусели и лесенки, позволяющие организовывать игры и развивать фантазию. И главное преимущество – травмобезопасное и водонепроницаемое покрытие, сделанное из ударопоглощающих материалов. Такие яркие ковры во дворах в любую погоду будут оставаться чистыми, сухими и красивыми. На радость детям и их родителям. Мы вот даже удивились, что так быстро площадка построилась. Ну, конечно, у меня 4 внуков. Я ждала эту площадку. Самый младший вот сейчас со мной здесь внук гуляет. И часто сюда ко мне приезжает. Мы, конечно, очень, очень рады этой площадке. Очень рады. По случаю открытия долгожданной площадки для детей было организовано праздничное мероприятие с веселой музыкой, танцами, шутливыми конкурсами, которые проводили любимые сказочные персонажи. В этот же день была открыта и спортивная площадка на той же улице, за домами номер 5 и 5А. Раньше была хоккейная коробка. Сегодня она полностью отреставрирована и сделано резиновое покрытие, что колоссально переменило ее функциональное значение. То есть, если она пользовалась только в зимний период, в хоккей играли, то сегодня она будет пользоваться круглогодично. То есть, зимой можно заливать каток, кататься, это позволяет покрытие делать, а остальное время играть во все игры. Спортивная игровая площадка многофункциональная и безопасная, на которой дети, проживающие в округе, могут с пользой проводить свое время. Первыми пришли исследовать новый объект ученики Молоковской школы. Мне очень нравится спортивная площадка. Тут сделали освещение, хороший пол. Будем кататься на коньках, приезжать сюда. До этого мама сказала, когда мы знали, что ее построить, нам как бы говорили уже. Мама сказала, будешь приезжать зимой на коньках кататься. Она мне уже купила коньки. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.